Всем привет, с вами Арсений, интернет-магазин Bookamp и наш новый видеообзор фонарика кемпингового. Для палаток он отлично подойдет, вот, который можно светить отсюда, отсюда. Можно, ну, в общем, сейчас все увидите. Для того, чтобы его запустить, нам необходимо три батарейки установить. Все батарейки используются тип АА, 1,5-вольтовые. Вот, вставляем, соблюдая полярность. Ничего сложного в этом нету. После чего просто закручиваем. Вставили батарейки внутрь. Ну и теперь смотрим, как этот фонарик у нас работает. Вот так он раскрывается простым поворотом. За удобную петлю можно подвесить его в палатке. Вот здесь есть кнопочка, нажатием которой первый режим у нас простое освещение, второе у нас освещение немного мощнее, третий режим у нас мигающий, моргающий и, соответственно, выключено в сложном состоянии. У нас здесь есть линза увеличивающая, которой можно будет просто что-то как-то куда-то подсвечивать. Вот. Фонарик очень компактный, удобный, достаточно. Внутри у него стоит один светодиод LED, который не боится влаги, сырости. Интернет-магазин Bookamp. Меня зовут Арсений. Подписывайтесь на наш канал. Рекомендуем.